Дашенька, куда мы приехали? Короче говоря, приехали. Мы приехали в Бум. Мы приехали в Бум, сейчас будем играть в автомат с игрушками. Оставайтесь с нами. Пять попыток, поехали. Нет, слона бесполезно брать. Кот тоже сильно близко к стенке, не получится. Давай. Кого ты хочешь? Давай тогда коричневого. Либо из этого синего, либо коричневого. Он попой висит. Все, Даша. Да. Ну зачем ты так быстро жмешь? У нас Даша, конечно, супер игрок. Он еще не опустился, ты уже второй раз жмешь. Разве так делают? Когда до конца опустится. О, слушай, берет, реально, можно попробовать его. Направляй только четче. Нормально? Да, идеально. Не знаю. Зачем вперед? Зачем идеально, вот уже. Ну пробуй, я не знаю. Мне кажется, вперед еще надо было. Да, сейчас плохо с дальним зубом. Идеально. Вперед. Много берет последняя. Последняя попытка. Не знаю, получится. Вся надежда на тебя. Вот этот вот сбоку мешает. Да, даже вперед еще не знаю. Не знаю. Ух ты, взял, но опустил. Давай его добьем тогда. На, засунь. Я буду играть? Не знаю. Давай, я буду пробовать. Вот этот... Паша, давай. Монет. Это не берет. Да, он ее не берет. Теперь у нас играет Паша. Пять попыток. Давай, Паша. Не, Пашу не получится. Да, Паша. Ну, попробуй, если хочешь. Большой, вот, мне кажется. Конец-то. Почему сюда? Паша, не трать. Паша, могу слушать. Да я не буду твоего могу. Паша решил с ним побить. Да я говорю, можно. Короче, это денежка не берет, я буду ее себе на карточку положу. Ты ж как не видишь. Короче, нет. Сегодня плохо игрушки лежат. Подцепить можно. Давай последняя попытка. Магазин. Здесь тоже есть автомат с игрушками. Так, не сюда, Даш. И здесь мы сейчас тоже попробуем что-нибудь выиграть. Мне кажется, он закрыт. Мы здесь как-то уже... А, он уже закрыли, да? Да. Ты не повезло нам. Что, он их тоже не берет? Снимаешь? Короче, мы приехали в другой магазин. Они фальшивые, может? Решили... Не, не берет. Даша, давай ты уже сейчас. Будем ждать полчаса, когда там мама... Они фальшивые. Мне 10 попыток. Дашь мне потом? Нет. Да. Даша. Короче, приехали в другой магазин, другой автомат. Маленькие вообще реально. Вперед еще. Ну, когда? Подушечка. Да, чуть-чуть. Вот так вот? Мне кажется, чуть-чуть направо. Эй, куда ты так резко дергаешь? Вот так вот? Все? Не знаю, пробуй. Собачка, апельсин. Еще раз жми. А, она тяжелая. Клешни, нет. Смотри, какие маленькие. Давай подушку. Да. Смотрите, здесь реально... Вот эту собаку не выкрасть, потому что так, собака большая, дайте, а клешни маленькие. Народу много. Вот так вот зайдет, снимай прям там. Мама, нормально? Подальше, вперед. Подальше. Там направо. Дать. Вот так. Иди. Все, а собака не помешала? Дать. А, Дать. Тита. Дать. Ну, короче, нам сегодня не везет. Блин, да. Так вот или как? Не знаю. Пробуй. Тогда опустится, жми второй раз. Да. И что это дает вообще? Покрепче захватывает. Да.
идти. А, вообще клешни слабые, подкручиваю. Да, да. У нас, видите, позорный автомат. Да. Пытайся собаку туда схватить. Да, собака большая, клешни маленькие. Может, за мандаринку ее? Больше мы сюда сувать ничего не будем. Хватай за мандаринку ее. Да не, вообще нереально. Да, да. Дайте назад деньги, мы, короче, призвали играть. Дай Даша Паше сыграть. А дай сдачу. Там сдачу можно нажать? Кого ты хочешь? Дома. Нереально, ты что? Даже не попробовался подушку, хоть какой-то шанс. Дай Паше сыграть. Слушай, а если вот этого коричневого попробовать? Не получится? Можно попробовать. Тут может это помешать, да? Я рискну. Вам рискнуть? Не знаю, мне кажется... О, можно, кстати, его. Давай тогда на коричневого, да? Маша. Сколько, 5 попыток у нас еще осталось? Давай, 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 бери. О, взял, взял. Нет. О, о, сейчас нормально. Маша. Вот сейчас ништяк за задницу. Пятая точка сейчас. Вот так вот? Мама. Ну, да, пробуй. Да, да. Слушай, мы тебе вон какого-то... Ай, блин, мимо. Ну-ка, да, может, я попробую? Я последний раз потанцую. Блин, как-то он лежит неудачно, конечно. Вот так вот, да? Это вообще тоже нереально. Да, да, да. Мама, нажимается? Не знаю, пробуй. Направо, чудо. Направо, направо, блин. Я говорю направо. Нет, да, неудачно. Подожди, мама, мама. Опа, спец, да, за дело взялся. Направо, мама, спец направо. Ну, сейчас посмотрим. Ну, что-то синее мешает, реально. Еще направо. Мама, а ты там? Давай попробуем. Блин, я говорю, блин, блин, направо. Да его не вытащить, реально не вытащить. Ты хотел угаться. Что ты хочешь, Леш? Я не знаю, кого тут брать. Ну, короче, зря вообще сюда что-то засунули. Вон, губку Боба, попробуем. Ты что, она сильно огромная? Давай подушку, короче. Что тут кроме подушки вообще нечего? Мама, ай,